Всем привет, дети! Этот прогноз на матч первого тура Лиги Наций Румыния-Северная Ирландия. Статистика команд. Румыния. В последних 15 своих матчах сборная Румынии 9 матчей отыграла, но забьют нет и 10 на тотал больше. Было 4 поражения, 4 ничьих и 7 побед. Румыния не выигрывает в последних 3 матчах. Северная Ирландия. В последних 15 своих матчах сборная Северной Ирландии 9 матчей отыграла, но забьют нет и 8 на тотал меньше. Было 6 поражений, 2 ничьи и 7 побед. Североирландцы последние 3 выезда отыграли на тотал больше и обе забьют «да». Как видим, обе команды чаще играют на 0, чем на обе забьют «да». При этом североирландцы ожидаемо тяготеют в сторону низовых матчей, а сборная Румынии наоборот, чаще играет на тотал больше. Сборная Баракла наделала в своей отборочной группе к Евро-2020 много шороха. Голландцам с немцами пришлось включаться по полной, чтобы не пролететь мимо кассы. Сборная Румынии 2019 год закончила на минорной ноте, в сухую проиграв испанцам и шведам. Соперники играли в одной отборочной группе к чемпионату Европы 2016 года. В Румынии выиграли хозяева 2-0, а в Северной Ирландии команды голов не забивали. Сборная Румынии в буке ставят фаворитом на этот матч. Все правильно. Команда Реда домашние игры с соперниками примерно одного класса проводит достаточно уверенно, как правило, не проигрывая. Ставку на 1х за 1.36 на этот матч можно отнести к разряду железяк. Правда, у североирландцев в активе имеется недавняя выездная победа над чехами 3-2, но ее можно скорее отнести к исключениям, чем к закономерностям. Классика на этот матч будет низовой не проигрыш хозяев, тотал меньше, обе забьют нет, 1х. Ставка на 1х является самой надежной, но со слабым коэффициентом 1.36. Вариант с тотал меньше также можно признать достаточно надежным, и коэффициент 1.61 уже намного привлекательнее. Что да обе забьют нет, то здесь кэф еще выше, 1.78. Сборная Румынии не забивала в последних 2 своих матчах, но там соперники были сильные. Сборную Северной Ирландии к таковым не отнесешь, но пробить североирландскую оборону команде средней руки достаточно сложно. Поэтому вариант с обе забьют нет является вполне рабочим, к тому же имеет хороший коэффициент. Дядь Юра не будет оригинален и остановит свой выбор на тотал меньше. Северная Ирландия 3 из своих последних 4 матчей отыграла на тотал больше. Это многовато, но тому есть объективная причина. Соперники были из разряда топовых. Поэтому ставку на тотал меньше 2.5 за 1.61 можно признать золотым стандартом на игры подобного плана. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду.